археологическом месте, которое называется Кирена в Северной Африке. Чем она примечательна, это то, что я прочитал всю книгу Геродота «Воспоминания», и он там пишет открытым текстом, что якобы было некое божество Аполлон, которое буквально заставило греков мигрировать на север Африки, некоторые греческие племена. И те, кто сопротивлялся, якобы, согласно Геродоту, кто не верит, может поднять официальные переводы книги Геродота. И там все это написано открытым текстом. Якобы Аполлон буквально заставил греков мигрировать на север Африки, в Кирены. Он вызывал там всякие бедствия у греков, голод, засуху, разрухи, войны, только с одной целью, чтобы греки мигрировали, ну, основали колонию в Северной Африке. Хотя греки не очень хотели туда ехать, они сопротивлялись как могли. И в итоге греки, как только туда перебрались, первым делом они построили храм Аполлона своему главному мучителю. Ну и не только ему, и всяким его родственникам. Ну вот, чем примечательно данное место, что я напишу, когда было основано, приблизительно 630, я точно по памяти не помню, где-то 630 год до нашей эры. Ну, основательно, может, там люди жили раньше, конечно же, но именно уже греки там основательно начали строиться где-то в 630, 650, может, я по памяти не помню, годах до нашей эры. Так что, чем примечательно данное место, еще в данном месте очень мощные пещерные комплексы, очень мощная платформа, вот увидите видео, там гигантская платформа, сложенная с блоков, она гигантских размеров. Для чего такие платформы строить, конечно, толком непонятно, но мощнейшие платформы, способны выдержать гигантские нагрузки. Ну и еще примечательно там, по официальной версии это называют усыпальницы, graves, холм, испещрен множеством могил, которые сделаны усыпальницы, тоже очень интересное место. Так что советую посмотреть данные.
Yeah.